Ребята, расскажите про Овсянкина, пожалуйста. Каким вы его знаете? МБ, истории с пьянок, концертов. Он кажется таким загадочным. ХТТП. Лично не знаком. Ладно, я расскажу одну историю про Кирилла Овсянкина, которая абсолютно никак его не характеризует и не деанонимизирует. Мне нужно какой-нибудь музыкальный сопротивление. Она грустная или все? Она заводная. Такая. Короче, вот. Но я ее расскажу, потому что она, мне кажется, забавная, и я ее уже воспроизводил. В общем, история какая. Когда мы ездили сниматься для ТНТ с чуваками со слова СПБ, короче, мы несколько дней жили в Москве, и нам, собственно, ТНТшники сняли хату. Вот. И мы на этой хате жили я, Миша Джигли и Дим Корифей. Дим Корифей, ты, наверное, не знаешь, но такой тоже мощный персонаж. Уже я знаю. Ну вот, и, короче, мы... Вот. И мы, короче, сидели в этой квартире, нас набилось там духой народу, потому что закончили съемки, мы решили это отметить. Вот, сидели там, взяли какого-то бухла, а Дим Корифей сказал, я пойду курить кальян, забрал единственный ключ, закрыл нас всех в хате, а мы заказали пиццу. И курьер звонит снизу, а хата на 5-м этаже, и так и звонит, говорит, забирайте пиццу, открывайте, а мы понимаем, что у нас ключа от двери нет, и никак не открыть. И мы думаем, что делать, а нам было лет там, не знаю, ну, не по 25, и мы в какой-то такой некой панике, блядь, типа, ну такие, блядь, а что делать? Ходу придется, да, меня тут Кирилл Овсянкин уходит и говорит, блядь, все с вами понятно, короче, берет, открывает в этой съемной хате шкаф, достает оттуда все простыни, связывает их в канат, звонит курьеру, говорит, привязывай свою, блядь, хуйню к простыни, затягивает на простынях его сумку, короче, достает оттуда пиццу, опускает ему, кладет 5000 в сумку, опускает ему туда, поднимает сдачу и потом опускает ему сумку, и мы сидим с пиццей такие. Красавчик. Вот такая история про Кирилла Овсянкина. Мне кажется, она его очень хорошо характеризует. Да, ну вот Кирилл Овсянкин такой человек.